Телефон обладает армейским уровнем защиты, там, от пыли, от влаги, плюс 55, минус 20, а еще у него есть YouTube. А еще говорят, что он очень крепкий, может падать с 1,80 м и работать. И сегодня мы будем проверять, насколько он крепкий. Недолго ему осталось, это чувствую. Действительно крепкий. Ты еще здесь? После нескольких ударов ножом тут появилось уведомление, снимок сохранен в галерею. Мне кажется, этому телефону страшно в моих руках. В общем, это противоударный армейский телефон Nokia Tab 800. И его ждет скоро тест. Он уже падал с высоты небольшой. С ним все хорошо. Он действительно крепкий. Но это когда он падает с небольших высот. Грязь какая-то. И мы решили провести чуть-чуть такой усиленный краш-тест. В общем, он гарантированно может там полчаса лежать под водой. Я в этом не сомневаюсь. Он держит удар с высоты 1,80 м. Мы сейчас проверим высоту чуть больше, с 9-го этажа, и посмотрим, как он переживет это падение, этот вызов судьбы, и переживет ли его вообще. Тут даже есть камера. Кстати, хотел какую-то фотку сделать крутую именно на этот телефон. Есть. Золотое сечение. Фоткаем набережную. Да, господи, можно открытки делать. Это настоящее ретро. А телефон водонепроницаемый, пыленепроницаемый. У него есть классный фонарик. Он действительно крепкий, он хорошо прорезинен, и он хорошо сидит в руке. Он не скользит так. А если он даже и скользит, если вы не на крыше, то проблем никаких быть с этим не должно. Я думаю, что 2 метра он потянет, но я не знаю, сколько метров он потянуть может на максималочке. Вот что я придумал. Я нажму съемку видео, здесь есть видеокамера, и сделаем видео тест-драйв. Так. Nokia 800 Tab, полетели. Вот отсюда он летел вниз. Ну, скорее всего, он летел вот так, даже немножко так. Сейчас мы посмотрим результаты. Мне самому очень интересно, как телефон пережил этот удар судьбы. Друзья, это просто чудо. Он прям продолжает работать. Что с ним произошло? Так, у него чуточку отошла крышка здесь. Здесь просто царапины. Крышка отошла. И даже экран, он целый? Он целый. Мне интересно вот еще, что с видео. Снялось оно или нет? Да, он снимал. Да, я специально нажал снимать видео перед тем, как его бросил. Так, видео. Оно даже видео с него. Ядрен батон. Даже такие спецэффекты звука, он летит, падает, и он продолжает. Короче, если честно, я удивлен тем, что он жив. Потому что он реально пролетел, вот место падения, он упал здесь. Кстати, друзья, никогда не бросайте телефон из крыш. У меня был специально обученный ассистент, мы выбрали специальное место, где, видите, нет ни окон, ничего, нет людей. И это было безопасно для всех, кроме как для телефона.